Азербайджан и Германия создадут совместное предприятие. Согласно сообщению министра экономики Микаэла Джабарова, в Гяндже будет организовано производство прокатной алюминиевой продукции с годовой мощностью 105 тысяч тонн. На первом этапе инвестиции в проект составят 132 миллиона долларов, написал в Твиттер министр. Соответствующее соглашение подписано между открытым акционерным обществом Азербайджанская промышленная корпорация и немецкой компанией Achenbach Buschhütten. Это будет способствовать созданию более 800 новых рабочих мест, а также развитию алюминиевой отрасли, повышению конкурентоспособности и росту экспортных возможностей.